Привет, ребята. Это исследователь. Здесь вот парк и кусты росли. Их срубили. Я не понимаю, зачем. Кусты 1,2 метра ростом, они закрывали как бы улицу, машины, где ездят. Вот видите, так темновато, но вот видно как бы кусты. И можно было в парке гулять, меньше шума от машин. Кусты нормально росли. Причем такие кусты вырастить, как я понимаю, долго, лет 10, они взяли, все выковырили. Вот кусты такие вот. Это которые с другой стороны остались. Симпатичные кусты, прикольные такие. Как бы со стороны улицы не видно парка. А из парка как бы машин, меньше шума. Ну вообще прикольные кусты. Какой-то цветочками желтыми растет куст. Как что я понял, почему это происходит? Это потому что им нужно что-то делать и под что-то деньги списывать. То есть просто разворовать деньги. Нормальные кусты спилить. И просто пустое место оставить, потом туда что-то засадить. То есть вот начальнику, чиновнику каким-то санным просто обществу никакого толка, просто им вот воровать. Мне даже лень снимать эти бесконечные сюжеты, но ведь СМИ, которые есть, телевидение, радио, они это ничего не показывают. Вот это вот говнище, которое постоянно происходит. Мне вот показалось это реальным дерьмом, то, что они срезали кусты нормальные и засадили какие-то мелкие. В чем смысл? Я, может, что-то не понял, конечно, но по мне просто реальная херня. Просто какое-то очередное воровство. Народу похер. Основной массе они, ну, предатели страны, что скажешь тут. А по-нормальному должно быть, люди должны быть все образованными, ну или какая-то часть, хотя бы процентов 10, и они как-то следить за всякими псинами бешеными, которые в разные места прорываются. Как-то так должно быть по-нормальному. Всем спасибо, пока. Подписывайтесь. Здесь говорят истину.